lit. Alright. Левый, правый. 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 Пип-пип left. Пип-пип right. Блин, надо русский завтра сдать, да? По идее. Но это плохая идея. Левый, правый. Пипи left. Пипи right. Бродкастинг to YouTube has stopped. А почему? Можно ошибку написать. Ты где? Левый, правый. Я просто, у меня сейчас мозг уже закипит от этого, типа. Левый, правый. Пип-пип, left. IT. Так, сейчас камеру протру. На, протер. В очке. Инженерный. 2 часа 6 минут мы там играли подряд. Чек. Трансфер комплит. 9 хп, помогите. А у меня? А, я вижу, что у меня есть патроны, значит, все нормально. Когда патроны есть, все нормально. Вот когда пистолет не работает, вот это уже не все нормально. Я, кстати... я хотел, кстати, навык типа ремонта, а я вкачал навык починки. Ну, короче, в чем прикол? Типа, там есть, типа, возможность с помощью... инструмент чинить, а есть возможность просто так чинить. Я вкачал просто так чинить, она типа хреновая. Зашквар, короче. Да чё у меня бродкастинг хэстопит, я не понял. Не можешь объяснить? Я, значит, для истории всё сделаю. А оно, значит, не стартует. Левый, правый. Чё мне слышно? Фу. Блядь, ты меня напугал. Короче, смотри, я стою, я пытаюсь провернуться, типа, ну, посмотреть, сколько у меня это... ну, от одного конца до другого. И тут ты, короче, стоишь. Стоп, от 360. Так, а где я вообще? Стоп, а зачем мы здесь? Мы должны код найти. Стоп, 0, 1, 2, 4, 3, это не код.
отвечать. Леот на ремонте. А ты чё, сложился, что ли? Зачем? А, у меня 9 хп и пси нет. Да. На, сломал его. Там еще! Нет. А чё, он уже сдох, он орёт с тобой. О, нычку нашел. Левый, правый. Че он орет, не понимаю. Да почему, брат, кастинг стоп? Вы дебилы, что ли? Кремлеботы, блин, мне накручивают. О! А как телекинез врубить, если у меня его нет? А, никак, да? We seek. А не сик. Там это, аптечка, я не знаю, как ее взять без телекинеза, потому что не телекинез. Ну иди сюда. Стоп, или это наниты? Да, это просто наниты лежат. Нанит. А, я знаю, как тут. Все, я знаю, как туда попасть, отстань. А. Не знаю. Классно. Зато я теперь не знаю, как отсюда выбрать. А. Я не сдамажился! Вот этот паркур сейчас был. Просто растеры просто офигевают. Третий навык ремонт. Куда мы? А чё мы бегаем? Нам вообще что надо? Нам кот надо найти. Найди кота. Левый, правый. Код доступа в инженерную рубку в грузовом отсеке 2. Исп, комп, упор насосами в иншрубке до очистки коридоров. Очисти коридор от радиации, чтобы попасть к реактору. Включи подачу энергии с реактора, чтобы запустить. Левый, правый. А ты куда? Не стреляй! Блин, такой звук прикольный. А, разрывные, короче, ему вообще нипочем, окей. Сейчас я его буду ключом хреначить, тише. Блин, такой звук у него прикольный. А! Он 6 урона сносит! Не убивай! Он меня в рукопашку убил. Угадай. Сколько у меня... 14 модулей, пора вкачиваться. Да. Просто не все так быстро. Он сам себе друга собрал, пока там лень был копаться. Ах ты тварь. Пистолет сломан, дебилы! За что? Окей, сейчас починимся. Сражайся с ним, пожалуйста. Он у меня за спиной, да? А, нормально. Thank you.
По-моему, я ему ничего не сна... Помогите. Я уехал на лифте пока, чувак. Можно кот, плиз? Такая киска маленькая. Кот. Левый, правый. Что он сказал? Нет ствола, он говорит. Cunning has negative. За что? Лиот не работает. Техники скоро прибудут. О, трупы, может быть, я рядом? О, ствол лежит. Плохое состояние у меня такое. Ужасное, о, найс. Плохое — это лучше, чем ужасное. Поэтому, как бы, вот это, до свидания. Вот это со мной. И все? Это ради этого я сюда пришел? Пустой труп валяется. Ящик. Аск. Старт. Нема, а что они так базарят? А, чипсы, 6 патронов и шприц. Круто. Чё они так базарят-то? Писец. Они вообще заткнутся сегодня, нет? Листенин. А, пулемет, пока. А, это что такое? О, ок. Написано ок. О, можно Диего. Только что там Диего сказал. Можно там код будет, плиз? Так ли все плохо? Да, кода нет, зашибись. Лифт сломан. А, Диего тут какой-то сумасшедший чувак, который выпустил сюда этого... зомбей. О, Делакруа. Может, она что-нибудь полезное скажет. Хвост пистолетом. Угу. Держи хвост пистолетом. Что? Ты компас включил, дядька. На кнопку K. Вокруг меня чишь. Пришел на... на экзамен поматишь. Вокруг меня чипс. Стен. А, меня чувак нашел. А, жопа. Жопа! Он нашел меня. Он же на упреждение жахнул. Я говорю, он нас нашел. Бронебойный я же нашел, пойду его теперь наказывать. Там 5 патронов, по-моему, хватит на одного дебила. А, зомби заспаунился, классно. Один хп нормально, хватит. А, не хватит. Ремонт. Хотя я не помню. А, тут же качаться можно, лол.
Блин, я ж тебя знал. Подожди. Да я, у меня вот самого нет в чем прикол этого навыка. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Техобслуживание этого оружия требует навыка 1. А техобслуживание надо качать. У меня 3 модели не хватает. А, вообще-то можно их скинуть. Сейчас, секундочку. Если я скину, мне все вернут? А, здесь нельзя скинуться. Тут нужен первый навык ремонта и техобслуживание еще плюс. А я вкачал, короче, 2 ремонта. Я с ремонтом могу починить вот эту хрень, наверное. Да. Сейчас я отключу турели. Ура. Ой. О, ура. Нифига, 7 минут. Поплыли. Ну не 7, ну да. Ну, чуть больше 6. Было. Уже наизусть выучил. Нет, тварь, умри! Паскуда тупая. На, боевка профессиональная. Ой. Паскуда! Я и оборачиваюсь, он не в череп бьет. Я сложился. Че, у меня опять стрим прекратился, YouTube идиот. Я для истории хочу главное. Еще сложился. А, ну и правильно. Думал, ли Хошель будет? Да, я знаю. А знаешь почему? Нарву. Чего? Вы чё, охренели? Куда мои патроны делись? А, вот. Чё, давай? Паскуда, они меня бесят уже. Убью, скотин. Куда я ушел? Да я устал. Я по карте пытаюсь ориентироваться, но как-то неудобно. То есть некоторые игры есть, где карты хорошие, можно прям по карте ходить. А где эти чморита? Вот он. Ага, паскуда, давай. Смотри, сколько я ему оставил. Хочешь взорваться? Паскуда, я тебя так не оставлю. Я совершил подвиг. Лег на гранату. Вывали. Как это, как... Ну, не знаю, Марк Машинка. Вывали. Чё, будешь колорад носить? Будешь такой, мимо этой площади славы ходить, там, короче, эти юнормейцы такие. Ну нет, нет, чувак, не убивай меня! Фу, я камикадзе заэвейдил. Чё говоришь? Кто?
Ты код мне найди. В заперти. А, о, код! Держи себя в руках, я сменил код замка на инженерной рубке на 15061. Я думаю, здесь я в безопасности. Блин. Ура, наконец. Так, где там эта рубка обсосная? Ты не туда пошел. На. Я родился. Турели нет. Так. А, тихо, секьюрити. Я сюда хилку поставлю сейчас. На. Я то я задрался, блин, наконец 27 хп. Мне, кстати, антирад здесь стоит. О, стандартное оружие. Есть смысл про Катю еще с дробаша стрелять? Да. У меня 33 патрон там. Поехали. Я такой оборачиваюсь, а там вон оно. Стоп, откуда у меня имплант сверхсила? А, это я там подобрал. А что он делает? Он мне дает типа с гаечного ключа хреначить? Состояние ужасное. Эй, а чё он так быстро садится, блин? Как? Тихо. Как взять дробаш? Я ведь вкачал стандартное, вы дебилы? Стандартный 3 нужен, боже! Сейчас. Один пять ноль шесть один. А чё ты там без меня делаешь, Ска? Ну-ка, подождал. Ксеркс на шаг впереди нас. Он выполнил замену на компьютере управления жидкостью и блокировал нас. Будь осторожен. Ты так, найти, в коридорах охлаждения потайная дверь. Сек. Стой, а там есть что-нибудь вообще в этой рубке? Дробаш какой плохой, классный. Управление отсосами отключено. А как отключить? Подожди. Компьютер управления отсосами отключено. А карта расширения, ты вообще что здесь подобрал-то? А, ты включил что-то? Да? Ну я знаю, там еще потайная комната есть. Так, ну тихо, у меня антирад, поэтому это как, предоставь это мне. Головка валяет. Так, где ближе идти? Я уж не помню, куда. Вот сюда. Да-да, я там метку ставил. Тутуру, 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 тутуру. Сейчас будет тут. Давай, до свидания, плиз. Да я так не могу плавающим курсором наводиться быстро. Просто около футбола. Так, это я тут. Четыре, семь, шесть. Поехали. Тун,
Опа! О, плата 45-7 декса. Для чего она нужна была, я еще не помню. Ну это лапа, короче, для исследований. А там обезьянка, кстати. А, вот она. Нет, угадал. 10 модулей, что ты там сделал? Что ты сделал там 10 модулей? Это что такое? Лабораторный стакан. Зачем? Крафтить можно? Другой игрок. А чё мне надо-то вообще, даже не знаю. Может опять себя всю лабораторию собрать. Тут. Так, подожди, там плата-то я видел, для чего-то нужна была. Или где-то я вообще её видел. Чёстка. В халве так нельзя делать. А... Инженерная палуба. Опись лабораторного хранилища. Хранилище 192 на инженерной палубе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Этот инвентарный список требуется по инструкции UNN по безопасности химических хранилищ. Хранилище определяется инструкцией безопасности. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. А где я это видел? Инженерная палуба. Ага. А, чтобы активировать его, тихо! Смотри! Кто-то покопался в настройках Ксеркса, чтобы уберечься от подобных вмешательств. Я устраиваю тайный доступ к компьютеру управления насосами. Чтобы активировать его, вставь плату коррекции 45 MDX в устройство системного мониторинга в командной рубке. Ты найдешь ее в вспомогательном хранилище 5 в коридорах охлаждения, код бла-бла-бла. Да, только стоп, я не понял, командная рубка имеется в виду инженерная? Или это имеется в виду, которая, где, типа, этот, где мы резались? Точно? Так, да, я еще это понасасываю. Все, я засрал инвентарь. Не надо что-нибудь... А, ну у меня нет исследований, наверное. Ай, там стоп. Короче, быстро ран. Так, а где рана быстро? Ты чё там сражаешься? Кто это? А, ты же говорил, что ты ещё отсосы типа отключил, или ты еще не отключил. Ты уверен? Ты типа нажал на кнопку, или там было написано, что он выключен, нельзя нажать? А, стой, я это в это смотрю задание. Установи устройство 45 MDX командный рук. Используй компьютер управления насосами в инжерубке, очист коридоров. Короче, мы их еще не почистили. А, телефон. Так, лифты еще не работают. Ага, дядька, че ты бежишь, тиска? Это что, ваншот был? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Тут нет. Жопа. Тут. А это что такое? Фишки. Можно ракет. О, зарядка. Чуть не забыл. Ран. Yeah.
что за хрень? Ставь плату коррекции, ну вот. Стой, может надо навестись точно? Да. А, нет. Она просто туда упала. Подожди. Стой, монтажная плата. Плата коррекции. А, стой, там определённая была, боже! Ты всё взял? Ты все платы взял? Нет, всё, вот она у меня. Тихо. Ну, на, всё. You not disappointed me. Так, как включить? Где что нажать? Чувак без башки. Девка без башки. Какого хрена? Что же делать? А, нифига модулей прибавилось. Ну-ка. Так. Той, а ты чё взял? Такой тип, смотри, качай навык энергия. Качай навык энергия. Я его съел. Кстати, я хорошо отхиливаю теперь пистолет. Да блин, не, это надо было в сундук какой-то, потому что это потом пригодится. Наверное. Надо пометить это место. Там, это схрон наш. Только я не знаю, здесь предметы исчезают, нет? Вообще они типа уникальные, они не должны исчезать. Зачем нужна портативная батарея? Стоп, а чтобы заряжаться, да? Да. А чтобы заряжаться. Теперь я знаю. Нет. Что такое 29? Нет. Пипи left, пипи right. Left, if it right. Э, ты чё уплыл? Стоп, отсосы включил? Мы чё должны были сделать вообще? Исп, комп, пупор, насосами, виншрубку теперь надо, блин. Left, зачем ты выстрел ромб? Зачем мы сюда идем? Зачем ты срёшь октайдер? Хил. А, прокачаться, что там есть? О-о-о! Мне два надо. Тяжел. Я просто хочу дробаш себе, потому что не миллиард патронов. Зачем я нашел оружие, с которым я могу стрелять? Поехали. Гондолы. Направиться в гондолы 1-2 и запустить их вручную. Какие нахрен гондолы? Перезапусти систему при помощи главного управления. Чё, опять туда-обратно ты делаешь? Перезапусти правую гондолу двигателя. А где?
где мне их искать? Стоп, надо туда попасть. Где ты находишься? Подожди. Подожди. Сейчас, я вспомню, где это было. Главный реактор. А коридор охлаждения. Где гондолы? Коридор охлаждения. Подожди. Просто запинали. Так, эта хрень за стеной, но туда нельзя попасть, потому что надо обходить за 3 километра. Крутой лабиринт. Я вообще, типа, не понимаю вот этих всех чужих кораблей. Ты вот прикинь, вот все, что мы отбежали, это один корабль. Космический. Он как взлетел. Ура. Ну и лифт не работает. Hi there. Thank you for the action. А что все так дорого, вы охренели? Я за эти деньги столько раз рез. Макака. О, куснула! Она провалилась! Дура тупая. Я свалил. А где я резко? Окей, пойду пойду. Левый, правый. Чё? Чё-чё? А зачем? Чувак, давай не надо. Фу, дебил, блин. Дебил. О, кросс, я прям тут хилюсь. Это и... Еее! А где? А где? Достал! А почему он не на тройку? Он на какую кнопку? Вы чё, охренели? Картечь пуля. А, дробаш пули стреляет. Бог у меня. Нарезаю патрон. А, ну да, это пули типа. Кек. 35 патронов. Так. А, давай сохранюсь. Да. Это. Чё с говном? Как я тут оказался? Нет. Подожди, как взять дробаш в руку? Почему он у меня не забит? Дробовик пусто. Че, дебил? Короче, с биндами проблемы. Так, какие задания? Перезапусти главный энергокомпьютер. Этот, который там, да? Или нет? Алло. Главный энергокомпьютер где? В том отсеке? Ну, я просто иду туда или нет? Просто я тогда ваншотнулся, и я пошел сразу обратно.
О, у меня, кстати, да, имплант силы дает мне ваншот силу. Я их только ваншот. Так, стой, а что у тебя там? Бляшки. Засада. Стоп, радиация отсосана или нет? Или приго... Ну я не знаю, я, наверное, антират снимать пока. Блин, он меня ваншотит, писец. Давай, не надо, плиз. А, стой, у меня дробаш есть. А, он с трех выстрелов убивает, говно полное. Вообще жесть. Может тройной выстрел поставить? Да, тройной как раз с трех выстрелов убивает. А, нет, он дамажит как два выстрела, а забирает как три. Ты чё, ты везде был? О! Это оно было, что ли? Лол, я думал... Черви! Стой, чё на базар-то? Я вообще из музона ничего не слышал. Стой, это... Ты чё эти бутылки-то дают? Я не понимаю. Там какие-то бонусы вроде бы. Да? Это не я. У меня пуля. Я наступил в червей. Класс. Окей, антитокс. Да. Чё? Так, подожди. Нифига, у меня модуль. Ноутс. Отправляйся на 4U палубу для встречи с доктором Полито. Ты тварь, что ли? Где мне эту 4U палубу искать? Это где? Это спереди или сзади вообще? Я не разбираюсь, где эти 4U палубы. Как они опять черви? Стоп, может их расстрелять? А, ну да, им пофиг. Домой. Стой, мы энергию включили. Мы теперь можем лифты использовать. Поехали. Тут. Я думаю, вот так мы как раз и попадем на 4U. А тут... 4U. На, тварь. Ула, вот это я как снапы просто в него. Поехали. Так, стоп, вот это я где-то дежавю. А? Хаск. На. Это что за хрень? Имплант какой-то. Ты что там воюешь? Что за имплант? Имплант сверхпси. Тебе нужен сверхпси? Знаете, короче, сверхпси. Вот, валяется. Не знаю. Вот, возьми. Пипип лефт, пипип райт. Пипип лефт, пипип райт. Пипип лефт, пипип райт. А, ну да, не дамажит, конечно же.
А что, бронебойный? Ну, и так сойдет. Дробаш тоже нормально. Блин, надо было камеру сломать, да, перед. Ну а где мне искать этот консоль? Ага. Тихо, сейчас со снопы жахнет. На, тварь. Это чё за хрень? Это чё за хрень? Это чё за хрень? Он меня ваншотил. Не, подожди, я без хила не пойду, я обратно вернусь по силе. А, может быть, ща камеру. Ой, ща камеру вырублю, готовься. Только это, походу, уже не нужно. А-а-а. Акушер. А чё там вообще был? Я думаю, типа, слишком много лифтов, они по... типа, как-то связаны. Так, и чё? А где ещё были лифты, не помнишь? А, ну, в этом, в следующей были. В следующем корпусе. Так, да-да-да. А, чтобы пси вкачать не надо миллиард еще. Окей. Нерк тяжелый. Экзот. Тупо экзот. А мне нужна антирата или не нужна? Окей. Буду с собой носить. Вообще пофиг. У меня, короче, периодическая система антирата с собой. Полезно. На. Я ему то миллиард урона сношу, вообще нисколько. Блин, ты тебя октайдер не насрал. Где были ли? Где лифт был? Можно еще больше ворот. Это что, где? Нет, сюда не надо. Я лифт ищу, где-то должен быть лифт. Но мне подзарядиться надо. Нет? Может... может быть... сохраниться? Ну-ка. Ну, я сюда иду. Да? Да. Да. Стой! Сейчас, подожди, я вкачаюсь, может быть. Так, а мне нужен слом? Или лов кип? Чё такое кип? Шансы успешно использовать навыки взлом, ремонт, нафига, говно. Стоп, а почему у меня их три? Боже, блин, я... это чё вообще? А, стой, это меч, да? Ладно. Но он против этих, против роботов только. Типа мясных челиков он не дамажит. Почему-то, кстати.
Мне нужен взлом на третий уровень? Да, нужно. Поехали. И техап слушать тоже. А ты меня тпшишь? На-на-на. Да. Security system offline. Payday. Перестрел. Ага, паскуда, минус 5 на нитр, значит, да? Так, тварь. Окей. Это что за хрень? Полог бы гидропоники. Нам четвертый нужна. Нет доступа к шахте. Какой шахте, блин? Чьей? Чё? А чё произошло? Где мы? Зачем? Да, помнишь этот лифт? Медицина. Да чё ты делаешь? Ты, блин, дурак. Шахту, и лифт не может достичь палубы 4. Я обнаружила большое количество биоматериала, который закупорил шахту лифта. Этот уровень был изменен так, что стал своеобразным местом. Музон! Это гидра! А где камера? А камера? Я ее вообще наношу урон, не наношу. А, 3 хп это нормально, думаешь? Ладно. Чё происходит? Жопа! Черви! Я думаю, для этого дробь нужна. Вот так можно, что? Стоп, у меня пули кончаются. Охренеть. Лол. Чего? У меня галлий есть только. Че, охренел? А. А ты Ев? А, нет такого. О! Security control статью. Классный контрол ставить он, короче. На. О, операционку можно прокачать. Что надо выбрать? А, скорость скипера усваивания. Вы, блин, дебилы, что ли? Извлекать диагностические ремонты. Знают, где ты находишься. Найди способ очистить шахту. Я со своей стороны сделаю все возможное. Стой, а что это за звук? Это типа Шодан, что ли, говорит? Что это за... Это, по-моему, Шодан говорит. Да, потому что это не через e-metal, это просто в голове звук. Ну там звук типа эхо был, на типа это призрачный голос.
Урон в рукопашном бою 35. Заманчиво, но поход нет. 20% пользы от всех тюбиков. Чем? На разовый бонус из 8 модулей. Ну, типа буст. Говно какое-то. Плюс 2 взлома. Стоп, я что-то не помню, это полезно или нет. Тут удары сверху. Ничего не за чушь. Затраты на модификацию. Зачем? Автокарта. Тоже зачем? Может, скорость? Скорость. Стоп, зачем скорость? А рукопашка зачем? Ладно, возьму скорость. Ай, с вертухи мне прописал. А, все, минус патрон. А, плюс патрон. Здорово. Ой, вот эта игра с этими саперти. Нашел. Хорош. А это что? А почему она закрыта? А, она сломана, я понял. А если как бы это? Почему? В смысле, нет, я разбил стекло, алё. Ой, я токсин исследую. Сурьма. Херак. В смысле, Ванадий? Ты дура, что ли, мы не договаривались? Хорошо. Токсины нужно поместить непосредственно в климатический регулятор. На палубе их должно быть 4. Если поместишь 4 пузырька в эту систему, ты сможешь значительно замедлить рост этих неизвестных существ. Это должно удалить биоматерию из шахты Виктора. Чего? Я не понял, что нам делать. Токсины какие-то разместить. Где? Найди и исследуй токсина. Ты нашел? Почему тут везде пики точеные изображены? Что это такое? Это что? Антитоксин. У меня инвентарь засран, помогите. Что выкинуть? У меня есть портативная батарея, у меня есть имплант лаборант. Что он делает, ё-моё? Лаборант, блин. Стоп, исследование повышает, я понял. Вот у меня типа эта дура дала. Да, это же Шоден, по-моему, просто кривой локализатор. Я их лучше разобью. Я путаю. Карта доступа гидроника Б требуется. Где мне найти? Жопа. О, я еще сверхпси нашел. А, это где? А, секунду. Где пси? Сейчас вырубим.
не хочу. Все. Ура. Где я вообще, блин? О, стекло разбилось. Да чё, я вообще путаюсь, лабиринт сраный, успокойтесь. 7 хп, блин. Вон там кто-то бродит опять. Тут. Я не понимаю, куда идти. Тут просто все вообще жопа. А, ну тут у меня просто нет доступа, окей, ладно. Ты вы охренели, что ли? Откуда? А... Откуда ты всего 3 минуты, вы охренели? Это чё, стоп, что это? 3 кибермодуля, нифига. Просто так валялись на полу. Ой, тут баба какая-то орёт, чё она делает? Стоп, только не говорите, что это киборг какой-то, который меня ваншотнит сейчас. Да, это киборг. Я не понимаю, где конкретно, но где-то он перемещается. Это что за ствол валяется? Гранатомет, это очень хорошее. Только я его взять не смогу в руки, походу. Блин, класс. Тяжел один. Я гранатомет не могу использовать. Класс. Стоп. Чмо тупое. Давай, открой дверь. Хорош. Я тоже. Модули опять валяются. О, тут водичка какая-то. У тебя, наверное, были антирад какие-то. О, карта доступа Б, наконец. А зачем она нужна? Чтобы пройти вот сюда. Я не... лабиринт ненавижу. Бесит. Типа видение сейчас увидел. Стрёмное. Там типа баба лежит типа на операционном столе, говорит, не делайте этого со мной. И там какой-то звук типа этот, ну, нечеловеческий. Типа не плачь, скоро ты станешь матерью. Ой, это рапира. Там энергия нужна, что ли? Нет, нет. Лабиринт. Мы здесь просто одну хрень упустим, мы никогда не будем. Я зачем-то взламываю камеру еще. Даже не знаю, где они. Меня сейчас робот сожрет. У меня ключ доступа теперь. Ну, у нас. Мне тоже. Тут вообще водичка, если я в ней испоплаваюсь, нормально будет. Награда, растение. Кстати, со скоростью прикольно приехать. О! И
чё? Всё, что ли? Знаешь, попал. Я где? А, это чё, камера, что ли? Это чё? Ещё одна лаба. Боже, ты... Нет, киборг, киборг! Отстань! А-а-а! Это не плачь, скоро ты станешь матерью. Это типа делали вот эту бабу киборга. Типа их вот так штампуют. Лол. Жесть. Блум. А, вот тут, наверное, есть на диск. Блум. Это что такое? Неисследованный объект. Ну это что, от киборга? Во, короче, у меня тлаба есть. Пользуйся. Что ты там говоришь? Сиев надо делать? Со мной. Пожалуйста, не надо. Я ничего не скажу. Да, ты увидел это? Возьмите кого-нибудь другого. Я не хочу извиняться. Пожалуйста. Нет этого, который мне нужен. Рут. Классная лаба. Babies must sleep. Babies must rest. Wise is the one who does not waken them. Leave this place now, or we will wound you. As you have us. Security system online. Нашел такси на. Чё? CS? Ну, обозначение какое у него? Нет такого. Ну да, ну тут это, наверное, в километре отсюда. Стой, может, Калифорний? Ты сказал Касифорний. У меня их 4. Ты сказал Касифорний какой-то. Да, мне еще Ванадий надо. Есть Ванадий? Нет, тоже. О, Ванадий. Здорово. Поехали. Со
Я сейчас какой-то элемент исследую. Silence the discord. Робот, какой отстаньте от меня. Зачем? Я слышу, она орёт, а где? Стоп, у меня тут своя есть. Да, вот она, здорово. Че так орёшь, ты, блин, заткнись, дура. А! Фу, блин. О, батарейка, дайте жопу. Патроны. Я не знаю, как их отчитывать. Короче, используй обратно скин. Такая звучка прикольная. Не противно. То еще? А, тебе один нужен был? О, мне сурьма нужна. А. Так, это что? Я поплыл пока. Доплыл. А, здорово. Кошин. Лох это ром. А ты там был? О, музон. Сейчас будет мяу-мяу-мяу-мяу. А где мы резнулись? Зачем ты меня сюда привел? Хрень какая-то. Ура. Целых 3 минут. Я здесь был вроде, да? Чё ты орёшь, дура? Блин, жутко. Вон тут безголовая какая-то. О, игра, свинопас. Да я в это играл. О, кибермодули. Здорово. У меня 30. Надо этот пси скачать, там будет хил потом. Там надо, по-моему, типа 27 плюс 6. 33, короче, надо. И у тебя будет хил. Диана. Блин, она бесит меня. Ой, там под стеклом куча яичек. Охренеть, у тебя есть огнемет? А, это... они вылупляются. У тебя сколько у тебя патронов? Там из яичек челики вылупят. Боже. А, не бьющееся окно, ты, блин, дура. Я не хочу туда попадать. Кстати, в Квейке тоже бабаки в Берге были, только они там с ракетометами. Они так угарно орали. Oh yes, come here. И звук такой, типа там какие-то эти палки такие металлические. И еще я в какую-то вентиляцию попал. О, исследование завершено. Зачем? Чё я исследовал? Я исследовал колбу... А, колбы с токсином А! Я исследовал колбы с токсином А, у меня их две штуки. Колбы с токсином А? Сколько у тебя их? Ещё одна нужна, их 4. Экспериментальный крайне опасный токсин. Найс. А, тут какая-то, да, это таз какой-то есть.
Короче, нам нужен один токсин, где его искать. Я в этой вентиляции. Ой, даже в заданиях ничего нету. А, знаешь, почему ничего нет? Потому что нам Шуден, типа, дает говно. Я знаю, где я. Гранаты лежат, а зачем? А, сверхловкость. Сверхпсти, сверхловкость. Сверхловкость, типа... у меня зарядка кончилась. Но это... У тебя Black Ops выпал. Это чтобы... Ключ активации нужен, чтобы хилку ставить на стол. А, сектор Б, у нас карта есть, погнали. Вон грань. Ну есть Б. Да. Отстань. Подожди. Я запутался в этих лабиринтах, я не знаю, где мы не были. Надо было помечать метками. Там баба-робот ходит. Ну да, я здесь был. Сектор А. От сектора у нас есть? Нет, опас. А где? О, этот Мэнни орёт. О, тихо, я псив качаю. А, мне три модуля осталось. Тихо. Класс. Не, это какая-то жопа просто. Блин, здесь озвучка такая огроменная, просто у всех просто столько реплик. А там есть пулемет, камеры. Ну есть или нет? Теперь не будет. Ну и не должно. Не стреляй, пожалуйста, спасибо. Мяу, 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 мяу. Где тебя искать? Так, а здесь что? Стоп, туда же спрыгнуть может, нельзя. А, я слышу. А вот я, смотри, где я, да. Нифига, там жуткая хрень. Только пока вот этот музон играет, она как бы не такая жуткая. Искать труп, да, сейчас обыщу. По яичкам надо, по яичкам. Не успел. Нет боеприпасов для перезарядки. Ствол сломал. Фига она орёт. У меня даже бронебойных чуть-чуть есть. Яички вылезли. Фаск. Где? Короче, ключом надо быстро яички. Они сейчас вылезут.
О, модули, наконец-то у меня теперь хил будет. Откуда дамаг? Стоп, меня так синили, что ли? ICE отмычка? Чё? Ключ карты к отсеку А. Круто. Чё такое ICE отмычка? Я знаю, ну-ка. Ограниченное подаваемое питание с особым образом запрограммированной на нит ICE отмычки обеспечивает один удачный взлом вне зависимости от квалификации пользователя. Запрещенная в большинстве стран на бортах кораблей UNN, а ICE отмычка, тем не менее, это большое подспорье для любого хакера, который может позволить платить за устройство по ценам черного рынка. В хакерском подполье ходят устойчивые слухи, что Кантер, изобретатель ICE-отмычки, назначил вознаграждение в виде алгоритма взлома ICE-защиты, причитающий тому, кто продемонстрирует ему систему, которую ICE-отмычка не сможет взломать. Короче, у меня есть козырь. Так, а это что? Я это нажал? Стой, мы должны были куда-то там засунуть токсином, должны попасть. Должны были попасть в отсек, а где его искать? Где отсек А? Вижу. А где дверь к нему? Вижу. Так, отсюда. Тварь. Я не знаю, это невозможно. Я просто... У меня где-то 3 секунды. Мне просто не хватило. Меня ваншотнуло. Так, как отсюда выбраться? Не надо. На... Ой, тройка. Нам на тройку, да, значит? Я знаю, где сектора, надо через тройку выбраться. Где тройка? Стоп, или это не так работает? Вот это чё? Вот нам сюда. Вниз. Так. Где пси вкачать можно? У меня хил теперь есть. Будет. Где можно вкачать? Окей, ладно, спереди есть что-то. Наверное, там. Так, я взломал. Орган акушерки. Резюме. Ты выяснил, в какие места лучше всего целиться киборгом акушерком, чтобы принести им наибольший урон. Для повреждения акушерком увеличено на 25. Они мало восприимчивы к зажигательным гранатам и взрывным патронам, но уязвимы для бронебойных. А где? Да блин, мне надо вкачать пси. Чё это за хрень? А почему он в другом? Да убить! Подожди, а где моя... Я свой пси-шарик выронил. Ну-ка, обратно. Я знаю, он там в серединке был. Где-то. Подожди, зато мне вкачаться надо. Где?
Ема, тварь. Отстань от меня, пожалуйста. Так что ты за мной бежишь, ты дебил? Отстань, пожалуйста. Там жопа, короче. У меня один хп остался чуть-чуть, как бы. Я хотел пси вкачать, вкачал, короче. А, во! Убей, пожалуйста. Челика. Лево. А, пока. Меня тоже там нет. О, теперь есть. В смысле, вот этот слева чувак стоит. Да. У меня... Мне надо пси вкачать. Чё-то меня обманул, здесь нет пси. А. А! Это! Тварь! Она сдохла? Вверх лов. Стой, у тебя токсинов сколько? У тебя один токсин? Надо еще один, их четыре. Ясно. А, у меня, кстати, миллиард КПК теперь. Который я не смотрел. Я не помню, какую-то кнопку можно было все поместить токсина во все четыре кроматических регуляции. Я еще химзащиту нашел. Стоп, а мне зачем? Окей, ладно. Подожди, у меня миллиард КПК, ничего. Нет. Что я нашел? Прибор авторемонта. А что он делает? Я нашел прибор авторемонта. Что за звуки? Почему ты движешься так медленно? Ты думаешь, это... Короче, ясно, тут плохая озвучка Шодена. Thank you.
Ого, а мне зарандомило сейчас. Штурмовая винтовка М22. Нарова. Блин, тебя так прям слышно. Для использования нужен навык стандарт 6. Ты охренела, дура? Стволов нет. Шучу. О, вот этот музон похож на Хитмана прям первого. Он типа такой же на Хитмана. Такси. Один хп класс. Тварь тупая. Ой, я ее ваншотнул. Сколько ты ее ставил? Класс, ничего нету. Класс. Нет стволов. Паскуда тупая, отойди. Окей. Ну да, да, конечно, разрывные вообще. Да, да, камеры там. Один хп. Я еще думаю такой, надо камеру знать. Да не, не, не. Чем мы здесь вообще сделали? CO2 инъюз.
Эй, эти яйца спаунятся, что ли? Чё за дичь? А, меня токсицировали. А, все, мне нечем их хилить, согласен. Сейчас я сдохну, короче. Путь в один конец пока. Такой звук просто такой... У меня 4... говна. Токсикация. Чё, самое начало? О, Лола, я сейчас выживу. А чё делаешь? А я? Сложился.